Наверное, многих из нас иногда возникает непреодолимое желание сбежать от городской суеты с толпами людей, пробками и бытовыми проблемами. Снежный простор, бескрайняя белая гладь полей, свежий морозный воздух леса – вот лучший отдых от повседневной рутины. А когда под вами один из самых современных и комфортных снегоходов, каждая вылазка на природу и вовсе превращается в яркое, впечатляющее событие. Lynx Adventure GT900. И именно об этом снегоходе сегодня пойдет речь, и я расскажу вам, чем он меня впечатлил, заставив отвлечься от всего и лишь наслаждаться полной свободой движения. Итак, пора убавить лирику и переходить к матчасти. Давайте посмотрим, что интересного нам может показать Lynx Adventure. Кстати, хотелось бы поблагодарить компанию TechnoExpert, которая любезно предоставила нам технику для обзора. Ну и по традиции большую помощь нам оказывал Юрий, деливший своим опытом использования этой машины в прокате. Для начала хотелось бы узнать, целевая аудитория этого красавца какая? Для кого создана в первую очередь эта техника? Ну, думаю, что в первую очередь эта техника создана для тех людей, которые не валяются на диване перед телевизором. А если брать возрастную категорию, то, скорее всего, это 25 и далее. То есть те люди, которые желают покататься с огромным комфортом по просторам нашей матушки-земли. Во-первых, стоит упомянуть, что Lynx — это подразделение компании BRP, которая занимается производством снегоходов в Финляндии. Причем ранее это был самостоятельный завод Nordtrek, но почти 30 лет назад он был поглощен концерном Bombardier. Однако при этом BRP уважительно отнеслись к своему очередному вассалу и сохранили в снегоходах Lynx философию и основные наработки финских инженеров. Index GT — название снегохода дает нам понять, что это Grand Tourer, то есть туристическая модель, а значит, в первую очередь мы можем ожидать от нее надежности и комфорта. Забегая вперед, хочу сразу заявить, ведь эти ожидания оправдываются в полной мере. Lynx Adventure GT900 – это один из самых роскошных и комфортных снегоходов на сегодняшний день. Заглянем в технические характеристики. Последняя модификация снегохода Lynx Adventure получила новый четырехтактный двигатель Rotax-A с объемом 900 кубов и мощностью 90 лошадиных сил. Продвинутая регулируемая подвеска ELFS типа с газонаполненными амортизаторами и хорошим запасом хода. При желании подробнее изучаем ТТХ на паузе, а мы пока двигаемся дальше. Это один из самых больших снегоходов в своем классе. Внушительные габариты обусловлены длинной гусеницей и очень комфортной посадкой пилота и пассажиров. Туристическая модель подразумевает, что бывает так, что люди на ней забираются очень далеко, поэтому здесь важна отказоустойчивость. Как с этим в плане надежности отказоустойчивости? Ну, скажем так, учитывая, что такая именно эта техника Bombardier выпускается аж с середины 50-х годов, она завоевала прочно свое место на этом рынке, и лучшим показателем является то, что к нам очень часто приезжают люди с северов, где зачастую населенные пункты ближайшие там на сотни, две или три сотни километров, и они берут именно технику бренда BRP. Это и есть ответ. Спереди стоит рычажная подвеска ELFS типа с газонаполненными амортизаторами HPG36, а значит их работа не зависит от температуры окружающей среды. Задняя подвеска типа PPSA – разработка финских инженеров. В первую очередь эта система впечатляет своим ходом в 340 мм, что даже больше, чем у многих спортивных моделей. Гусеница – одна из самых больших в классе, ее длина почти 4 метра, а ширина – 500 мм. Новый четырехтактный мотор Rotax-A с объемом 900 кубов и мощностью 90 лошадиных сил может работать в трех режимах – экономичном, стандартном и спортивном. Для туристической модели это очень полезная особенность, но об этом чуть позже. Пилоты и пассажиров радуют роскошные сиденья из качественного материала. Материал с приятной на ощупь текстурой и стильной отстрочкой, придающей некую солидность. Кстати, в базе обогрева сидений нет, но это спорная функция, поэтому устанавливается она опционально. Пассажир сзади вовсе располагается по-царски, восседая на комфортном троне, наслаждаясь собственным подогревом рукояток и ветрозащитой. Вдвоем на этом снегоходе будет очень комфортно даже весьма крупным седокам, но можно вполне удобно уместиться и втроем. Бардачок под сиденьем – вещь полезная и нужная. Сзади в стоковой версии пусто, но туда можно установить очень неплохой по вместимости кофр. Редкая для снегоходов опция – регулировка руля по высоте. Всегда можно удобно настроиться под свои параметры и предпочтения в пилотировании снегохода. Курок газа перекидной, причем это весьма практичная опция, которая пригодится во время длительных перегонов, когда большой палец попросту устает и немеет. Само собой, здесь мы имеем мультирежимный подогрев рукояток руля и курка газа. Все элементы управления находятся на своих местах и интуитивно понятны. Среди режимов работы вариатора имеется пониженная передача, которая пригодится в сложных условиях при буксировании прицепных саней.
Панель прибора выполнена в строгом, сдержанном стиле, все отлично читается. При необходимости дисплей можно настроить под себя, изменяя отображение текущей информации. Сейчас на рынке огромное количество моделей разных снегоходов. У этой модели какие преимущества перед аналогами? Ну, смотрите, если брать эту технику, то важно очень много деталей. Это вес, это мощность, это длина гусеницы, это ширина гусеницы и многие другие технические аспекты. В этом плане команда Bombardier превзошла все возможные ожидания, потому что настолько грамотно он разрисован, настолько комфортно и комфортный динамичный мотор, длинная гусянка, широкая и с хорошим грунтозацепом. На ней забуксовать практически невозможно. И, скажем, по отзыву людей, которые на нем ездили, они его сравнивают с Mercedes S-класса. Четырехтактный двигатель работает заметно тише и ровнее двухтактных аналогов. Звук двигателя мощный и солидный, напоминает скорее по звуку работу мотора не самого маленького автомобиля, чем мототехники. Ну что, давайте прокатимся. В арсенале этой модели имеется три режима движения – экономичный, стандартный и спортивный. Для передвижения по лесу в условиях извилистых дорожек пригодится стандартный режим. В нем машина плавно и прогнозируемо отзывается на движение курка и стабильно держит заданный режим скорости, уверенно преодолевая неровности трассы, косогоры и крутые подъемы. Кстати, курок газа здесь электронный, компьютер сам регулирует впрыск топлива в зависимости от положения курка, выбранного режима и условий трассы. Четырехтактный трехцилиндровый двигатель работает ровно и тихо, обеспечивая машину крутящим моментом даже на низких оборотах. Режим «Эко» очень пригодится для тех, у кого снегоход – основной способ передвижения. В этом режиме двигатель работает более задумчиво для оптимальной экономии топлива, а значит обеспечивается максимальный запас хода. Конечно, все свои возможности Lynx Adventure может продемонстрировать в спортивном режиме, для чего лучше всего подойдут большие открытые пространства. Стоит только перейти в этот режим, и снегоход, словно истосковавшийся по свободе зверь, рванется вперед, чутко реагируя на малейшие движения курка. Мгновенный набор скорости, уход в точку на горизонте за считанные секунды. Именно на просторе эта машина находится в своей стихии, заставляя забыть об экономии топлива, зато даря максимальное удовольствие от зимнего катания. Дремавший в других режимах двигатель вдруг просыпается и подает голос, рыча мощь и басовито. По моим личным впечатлениям от вождения этого снегохода хочется сравнить процесс с катанием на гидроцикле в условиях легкого волнения моря. Довольно странное ощущение видеть на пути перед собой весьма большие кочки, и вот ты уже готов к ощутимой тряске, но ничего не происходит. Машина лишь мягко и плавно покачивается, как по волнам, а все потому, что подвеска очень достойно отрабатывает все неровности, соблазняя добавить жару и нажать на курок посильнее. Отлично снегоход себя показывает на пухляке, то есть на глубоком рыхлом снегу. Одна из самых длинных и широких гусениц среди аналогов не дает машине закопаться в снегу, а это, между прочим, пожалуй, самое важное качество для экспедиционников, которым в большинстве случаев приходится двигаться именно по целине. Итак, по итогам нашего тест-драйва, а также по многочисленным отзывам обладателей этой машины, можно сделать вывод, что Lynx Adventure GT900 – очень удачная модель снегохода, в которой инженерам Bombardier удалось гармонично объединить характеристики утилитарной и экспедиционной машины, и более того, наделить этот аппарат спортивными замашками. У вас богат опыт владения многими моделями снегоходов. Как вы бы охарактеризовали именно эту модель одной фразой? Ну, это бы, наверное, охарактеризовал одной фразой как суперлюкс. Спасибо, что смотрели, друзья. Подписывайтесь на канал, заходите на наш сайт reviewmachines.com. Впереди много интересного. До встречи!